Так, давайте все поздороваемся, хорошо? Здравствуйте! 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 Добрый день! Здравствуйте! Так, хорошо. Значит, у нас сегодня Александр должен первым быть из Москвы. Александр здесь? Алло. Алло. Кто мне скажет, Александр здесь? Похоже, нет. Так, сейчас. У меня что-то компьютер прям ерундит. Я его сейчас только что перезагрузил. Что такое? Ерунди систем. Ага. У меня мало слишком оперативного пространства и не хочет работать. Вот в чем причина. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Так, что я хотел? Да? А, вот что я хотел. Так, вот так, теперь иду. Теперь Диман. Вот и вот. Вот наше с вами расписание. Сейчас будет оно здесь. Ну давай, открывайся. Не хочет. О, открылось. Так, меня слышно? Скажите. Да-да, слышно. Вот, вам видно сейчас мой экран? Слышно. Да, видно. Так, Александр здесь? Алло, Гордеев. Алло. Алло, Александр Гордеев тут? Нет, его нету. Нету. Так, Марина из Москвы. А вы же сказали, что капибары уже были. Я подумала, что не надо уже про них рассказывать. Ну хорошо, может быть, ты приготовила какую-то другую тему? Не, я не приготовила, мы сейчас на даче, а я на компьютере это вот делаю. А так, сейчас хорошо. Я на планшете. Так, следующий у нас Теона. Нет, я пока ничего не приготовила, но... Я уже придумала, что на следующий урок рассказать. На следующий раз, да? Да, придумала уже. А еще ничего не подготовила. Ну, хорошо. Так, а Сара здесь? Да. Так, Сарочка, ты будешь сейчас рассказывать? Да. Ну, давай, какая у тебя тема? Бомбаты. А, бомбарды. Вот. Бомбады, да? Хорошо. Дальше про бомбат, да? Да, потому что я просто вылетела. Так, сейчас, подожди-ка. Мы сейчас включим запись снова. Демонстрацию видно? Да, видно. Да, видно. Итак, я готова. Сегодня я продолжу факты о вомбатах. Итак, мы помним, что у них 12 зубов, что это самое меньшее у грызунов и самый большой размер у тех, кто роет норы. Среди млекопитающих, да? Да. Про естественных врагов, что они... Это дикие собаки динги и тасманские дьяволы. Итак, вот на этой мы остановились, как они защищаются. Они залезают, как вот тут показано, в свою норку
и оставляет расстояние. И если вдруг ну, какой-нибудь хищник нападет, тасманский дьявол или собака динго, то тасманский дьявол, он же маленький, он может пролезть, а собака динго может морду туда вставить. Если кто-то вставляет морду или лапу, спиной начинает давить вомбат этого противника. Начинает давить. А если кто-то проберется в его пещеру, то он загоняет его к стенке и начинает давить. Почему же он именно попой наверх становится? Потому что вот тут вот у него располагается специальный щиток. Итак, продолжим. Блин. Так, что там у тебя? Демонстрация зависла. Я пока сделаю паузу на записи, хорошо? Хорошо. Вот. Пока нету. Вот, если кто-то проникнет в его нору, то он будет давить спиной, загонит в угол и будет давить спиной врага. Почему он вот выставляет наверх именно попу? Потому что там есть специальный щиток. Вот, вот тут, где его держит женщина, то тут находится этот самый щиток. Почему же он такой щиток? Потому что там самые твердые кости, сухожилия и кожа тоже очень плотная. Но главным противником вомбата является человек. Почему? Во-первых, потому что вомбаты иногда роют норы под заборами, под оградами. И как тасманские дьяволы и собаки динго, они могут ходить по этим ходам, когда гонятся за вомбатом. А там скот за забором, и они могут грызть этот скот, ну съесть этот скот. Людям это не очень хорошо, поэтому они могут даже убивать вомбатов, изрывать их норы. Еще одно, потому что вомбаты могут под домами строить свои норы. И конструкции начинают рушиться. Ну и самым главным, в принципе, положением вомбатов является то, что их задавливают машины. Когда вомбаты бегут через дорогу. Вот тут даже есть такие знаки, где эти 88 километров могут встречаться такие животные, как вомбат. Как? Мы на знаках видели, да. Да, как, например, вомбат, кенгуру, верблюд. Но если как кенгуру и верблюд, они большие, их тяжело не заметить. И они могут быстро бегать, прыгать. А вомбат, он маленький. И теперь про их какашки.
у них особенность есть такая с пищеварением, что они переваривают пищу примерно около 2 недель. И какают они, как единственные представители животного мира, кубиками. Одна сторона кубика 2 на 2 сантиметра. Кубик 2 на 2. Вот. И почему же у них такая способность? Потому что они весят много, в 2 раза больше меня. Я 21. Получается, они 45 вешают. И на 1 килограмм в день всего лишь 22 миллилитра. Итак, возвратимся в какашки. Действительно, зачем же им такие кубики? Одна сторона их уложена так, чтобы они могли не скатываться с поверхности. И из этих кубиков они строят построение для того, чтобы привлекать других вомбатов. И еще они метят этими кубиками, какашками территории. Теперь про малышей. Несмотря на то, что у мамы в сумке целых 2 соска, то рождается всего 1 детеныш. Напоминаю, они сумчатые. Если они сидят у мамы в животике 7-6 месяцев и в сумке сидят тоже 6-7 месяцев. Но потом они еще 1 год не отходят от мамы. Теперь особенности сумок. Как мы видим на картинке, не как у кенгуру, у них сумки смотрят не вперед, а назад. Вот тут показано, что малыш вылезает, и он вылезает отсюда, то есть это задняя часть вомбата. Итак, вернемся. Зачем такая сумка? Для того, чтобы когда вомбаты копали, то они вот так копают, чтобы земля не попадала в сумку и не принесло заразу всякую детям, бактериям. Поэтому сумка смотрит назад. Еще один факт, что вомбаты, девочки, готовы в 3 года спариваться с самцом и рождать детей, маленьких вомбатят. А самцы уже в 2 года готовы это делать. Еще есть одна теория, что в 18 месяцев. И теперь про вомбатов дома. Вомбатов можно приручить. Даже некоторые австралийцы этим занимаются. Но надо понимать, что вомбат пуглив, осторожно. Если он чем-то напугается, он будет кусаться, бодаться, будет рвать своими когтями. Вот тут видно на картинке, какие у него длинные когти. Не потому, что он злой, а потому, что он напуган. И еще иногда даже бывали такие случаи, и об этом надо знать, что вомбаты, они роют норы, они без этого не могут. Если у вас деревянные полы, то они могут
прокапывать между стенкой и деревянным полом, они могут прокапывать дырки. Но они, к сожалению, слепые. Они, к сожалению, слепые. Но у них зато хороший нюх. И даже есть усы виблисы. Не знаю, насколько они способны ощущать предметы. И еще одна штучка. Из-за того, что они не видят, они же не могут хозяина запомнить, увидев его. Иногда бывали такие случаи, что вомбат сидел около одежды хозяина. И он запах хозяина чувствовал, но не видел, что хозяина этой одежды не было дома. Какой ужас! Вот такое бывает. Видишь, что он прямо целый день возле этой одежды стоять будет? Да, пока хозяин Ничего себе. Не залез в шкаф, чтобы переодеться и не вытащил оттуда вомбата. Итак, хочу теперь сказать, что вомбат, что жители Австралии берегут своих млекопитающих. И стараются, чтобы другие люди не вывозили вомбатов. Но ничего не... Ну, ничто сказать не могу. Может быть, когда-нибудь вывезут вомбатов. Итак... До свидания. Спасибо за внимание. Пока. Замечательно. Замечательно. Спасибо. Спасибо, Сарочка. Ребята, какие есть удивления? Я удивился тому, что у вомбатов сумка выглядывает назад. Ну, меня это тоже удивило. И еще, что они могут поставить около одежды хозяина, пока он не вернется. Пусть это будет целый день длиться. Меня это тоже удивило. Еще удивило, что вот это... Как его? Что на появление детеныша у них уходит так много времени, что вот это... Он в животике формируется, ну, 6 месяцев, это полгода. И в сумке вынашивается полгода. Потом еще год около мамы бегает. Ага, то есть еще меня удивило то, что... Два года. Вот. Нет, он 21-28 дней в желудке. В животике. А меня еще удивило то, что как, если ты его принесешь домой, то он сразу залезет в твой шкаф с одеждой. И там будет сидеть, пока ты его оттуда не достанешь. Ну, не всегда так бывает. Иногда ведь шкафы с одежды закрыты. Так, еще какие удивления? Меня еще удивило то, что соска 2, а рождается только один детеныш. Не, ну у человека тоже так. Ну, это почти как у человека. Да. Ну, у человека рождается и 3-4. Ну да, но все равно даже чаще всего один, правда? Бывают двойняшки. Бывает, конечно. Я удивился тому, что они какашки укрепляют всякие постройки свои. Они не постройки делают, а просто их раскладывают везде. Да, всякие норки. Я удивилась тем, что он копает под домами. Во, меня тоже. Свои норы. Да, вот это я хотел тоже сказать. Меня это удивило.
что я не думал, что он вредный, но человеку вредит. А оказалось, что вредит довольно прилично. Причем особенно меня поразило, что норы, которые он роет, могут использовать другие животные, чтобы, ну, там, подлезть под какой-нибудь забор, правда? Да, так. Если бы они просто ходили за забором, гуляли, они ведь еще и всяких овечек едят, кур. Да. То есть они, получается, прокладывают дорогу другим хищникам. Да, ну здорово. И больше всего еще меня, конечно, как всегда, меня удивил сам рассказ Сары. Ребята, давайте похлопаем Саре. Она так замечательно рассказывает. Молодец, Сарочка. Просто восхитительно. Так, теперь у нас кто следующий? Так, Филипп у нас еще. Так, а Саша Кубышкина здесь? Саша, ку-ку. Саши Кубышкина нет. Так, Филипп, Денис и Леонид. Кто есть? Леонид. А Филиппа и Дениса нету? Мы есть. Есть. Ну а что вы молчите, давайте. Да, сейчас. Сегодня я вам расскажу про олимпийские деревни. Олимпийская деревня – это место, где во время игр живут спортсмены и их тренеры. Олимпийские деревни существовали еще в Древней Греции. Атлеты жили несколько недель в Олимпии и тренировались вместе. В конце 19 века, когда Олимпийские игры стали проводить опять спортсмены, селились там, где могли найти жилье. Это оказалось неудобно, было много сложностей. Например, спортсмены опаздывали на соревнования, им было трудно найти место для тренировок. Тогда решили сделать так, чтобы спортсмены жили все вместе рядом со стадионами и начали строить жилье специально для Олимпиады. Первые олимпийские деревни были действительно похожи на деревни. Кварталы маленьких деревянных домиков, поэтому их так и назвали. Сейчас олимпийские деревни – это целые городки, в которых есть магазины, кафе, парикмахерская, аптеки, свой транспорт и многое другое. После окончания олимпийских игр, когда спортсмены уезжают, олимпийские деревни становятся социальным жильем, то есть приносят или студенческими общежитиями, то есть приносят пользу городу. Все. Ну, хорошо. А что удивительного, ребята, в этом? Меня удивило то, что олимпийские деревни это еще существовало давным-давно, а не современная выдумка. Угу, да. Здорово. Так, а еще? Что такое в этих деревнях и то в этой организации удивительного? Это то, что потом используют, правда? Не просто так построили и потом что его ломать, что ли? А используют. Ну, наверное, продают, может быть, квартиры делают обычное жилье, правда? Так, ну так.
Так, а второй рассказ будет, ребята? Алло, отзовитесь. Да. Ну что, сделать пока паузу? Денис. Нет, я сейчас запущу. Так, сегодня я вам расскажу про приливы и отливы. Приливы и отливы, что это такое? Отлив это когда уровень воды, когда вода отходит от суши, и мы можем видеть песок, которое было дном моря, когда был прилив. А прилив – это противоположно этому. То есть вода как раз-таки поднимается, прибывает. Так, приливы и отливы с физической точки зрения. Приливы и отливы связаны с притяжением Луны. Дело в том, что Земля крутится, и поэтому вода хочет прям, улететь с Земли. Как на карусели. Если вы не будете держаться на карусели, то вылетите с нее. Так и вода может вылететь, если бы не притяжение Земли. А Земля так крутится со скоростью примерно 1600 км в час. И Луна притягивает эту воду. А вместе с этой водой и землю. Получается, вода поднимается к Луне, а Земля вместе с ней притягивается. И получается, ее притяжение ослабевает, и с другой стороны образуется такой же горб, как и, два горба. Это и мне непонятно, я хочу вопрос задать. Давайте. Вот с правой стороны, там, где Луна, тут понятно, почему горб, потому что вода притягивается к Луне, правильно? Да. А с обратной стороны там тоже написано, что прилив, но, по-моему, это неверно. Там должен быть отлив, причем очень большой. Просто та вода, которая там была, она перейдет на эту сторону Земли. Я тоже так сначала подумал, но потом оказалось верным, что здесь тоже прилив, потому что притяжение Земли ослабевает. Но это как будто бы вы возьмете что-то тянущееся, например, резинку. Угу. Пластилин в форме шара. Так. А потом его просто растянете, то со сторон, там, где прилив,
на картинке, будет толстый слой пластилина, а там, где нарисовано отлив, ну, написано отлив, будет совсем тоненький слой. Нет, вот. Это неправильно, 100% неправильно. И за счет вращения Земли тоже не может быть прилива, потому что она же все время вращается. Значит, за счет вращения Земли на экваторе прилив будет постоянно. И он есть, и ну, эта штука, и такое явление не называется приливом. Не, на экваторе есть приливы-отливы, даже, нам, даже в море, только мы этого не чувствуем, потому что вода при приливах поднимается всего лишь на 43 сантиметра. И мы этого просто не видим. А я считал, что максимальный прилив 19 метров. Ну да, 19, ну 17. Ну, да, ну. Не везде одинаковое. Ну, в общем, я против того, что с левой стороны там прилив. Никак не может. Ладно, продолжай рассказ. Может быть, там что-нибудь еще прояснится. Ладно, но это с физической точки зрения просто. Ну, я детям рассказываю, я же преподаю физику. И сегодня я об этом рассказывал, и о приливах тоже. И всегда говорю не так, как ты рассказываешь. Может, я что путаю? Ну, тогда бывает, что ошибаемся. Угу. Ну, ладно, но... Ну, так вот. Ну, вот, это как... Ну, я вам рассказала про пластилин, это как будто вы взяли же... Ну, вот. Так, сейчас. Ну вот, а это очень, ну, очень большие приливные волны в Сен-Мало во Франции, в регионе Британь. Вот когда прилив, вот образуются вот такие огромные волны, ну, которые могут затопить несколько домов. А еще во время приливов и отливов можно найти, ну, на камнях можно найти крабов, рыб, анемонов, морских огурцов. Короче, отливы это может, еще во время отливов люди себе ищут пропитание, например, крабов. Они собирают крабов, потом их, ну, а потом их едят. Так что отливы, они идут как раз-таки человеку на пользу. Ну и все. Да, здорово. Спасибо. Это интересное явление. Да. Ребята, что удивило в рассказе Дениса? Меня удивило про приливы и отливы, которые связаны с Луной. Ну да. Так, еще. Меня вот удивило про большие волны. Меня удивило, волны, что... Они цунами называются. Это вот... У них название. Они меньше, чем цунами, эти волны. А, ну да. Цунами там могут достигать... 30 метров высотой. Ну, а эти 17-19. А, поменьше. А, ну, на 10 с чем-то метров поменьше. Ну, да, примерно. Но, во всяком случае, меньше. Так, еще что удивительного в приливах нам рассказал Денис. Так. Денис, а как ты думаешь, сама Земля как жидкая, она же жидкая внутри, правда? Она тоже делает приливы и отливы. Кора поднимается земная, нет? Ну, я не задавал себе таким вопросом, ну. Вот, и что, получается, приливы как часто они бывают?
Ну, с другой стороны, ну, она не вся жидкая внутри. Там же слои земли, глины есть. Это только это на самом верху тоненькая корочка, правда? Да. По сравнению с размером земли, эта корочка очень тоненькая, как пленочка. Да. Вот. А остальное все там жидкое, оно... Еще тоже... землю можно с яблоком сравнить. Вот кожура яблока, она вот примерно вот такая вот тонкая, как это, ну, по сравнению со всей землей. Ух ты, какое хорошее сравнение. Кто это сказал? Марина. Марина, откуда ты знаешь такие подробности? Ну, часто землю с яблоками сравнивают. Ну, я первый раз такое сравнение слышу. Ты меня удивила. Да. Но еще, ну, внутри земли, там же только это ядро же жидкое. А там дальше ядра, ну, там глина есть, там, ну, там еще земля не вот жидкая. Марина и говорит, что вся эта земля на толщиной, как корочка, как кожура от яблока, такой толщины тоненькой. А остальное все это магма. Вот, ну, и длина это вот земная кора 100 километров. Вот. Ну, в разных местах разная, но примерно, да? Да. Маринечка, а сколько радиус Земли тогда, может, ты знаешь? Я вот не помню, сколько радиус Земли. Но я помню, 6300 километров. А, да, вот 6000 вспомнила, да. Вот, 6300 километров. Из этих 6300 всего только 100 – это земная кора. А дальше идет очень нагретое вещество, правда? Получается, магма там. Все это, ну, получается 6200 это вот все магма. Это. Ну да, так вот. Я и говорю, что она тоже к Луне притягивается, и получается такой же прилив только из магмы, правда? И получается, что наши континенты, на которых мы живем, они каждые сутки то поднимаются, то опускаются, правда? Там же плиты наши земные. Чего-чего? Там же еще плиты земные, там тоже от всех этих бушевал, вот, и они тоже туда все, ну, то они отходят друг от друга, то вместе скрепляются. Это бывает такое. От всех этих, может, внутри, если приливы есть какие-то, там магма вся эта горячая. Это действует. Да, и вот это движение за счет Луны, наверное, является причиной всяких землетрясений, я так думаю, да? Так, хорошо, спасибо, Денис. Так, ну, Леонид, твоя очередь, давай. Так, кто это у нас такой, собачки? Да. Какой малый. Итак, продолжим. Обнаружено, что дети в семьях, в которых есть собаки, лучше учатся. Это связано с тем, что ребенок чаще гуляет на улице и дышит воздухом. А то, что он гуляет на улице и дышит воздухом, стимулирует кровообращение в мозге. Сам обязательно нужен порядок и дисциплина, потому что собаки по своему умственному развитию являются как маленькие дети. Учтите это и начинайте воспитывать дисциплинированность и послушание питомца. Примерно 10 тысяч долларов стоит подготовка спасательной собаки к своей службе. Это ее дрессировки, а также работа кинологов. Сила сжатия челюсти у собаки примерно равна 150 килограммам. Щенок по возрасту в 1 год по своему физическому развитию такой же, как и 15-летний подросток. В средневековой Норвегии целых 3 года руководил пес. Это не выдумка. Дело в том, что управленец расселился на свиту и наградил своими полномочиями собаку. В Древнем Египте собак мумифицировали, как и фараонов.
существует информация о том, что собаки могут влюбляться, как и люди. В США более 1 000 000 собак вписаны в завещание своих хозяев. Поэтому существуют псы-богачи, которые после смерти своих владельцев получают приличную сумму. На картинке вот здесь вот самая богатая собака в мире, которая имеет 100 миллионов долларов у себя в кармане, так сказать. Да. Глупость человеческая беспредельна. Угу. Собаки легко учатся. Они могут изучить от 200 до 50, до 500 слов, различать их значение и понимать, что им говорят. Есть даже один случай, когда я искал фотку под эту тему, нашел его, что женщина, психолог, научила собаку разговаривать кнопками со словами. Не понял, еще раз повтори. Женщина-психолог научила собаку разговаривать, нажимая на кнопки с словами. То есть собака выучила каждое это слово и нажимала на нужную кнопку. Ух ты! Кошку, наверное, так не научишь. Борзые. Можно так научить. Борзые – это самые быстрые собаки, которые могут развивать скорость до 72 км в час. Считается, что собаки раньше врачей могут диагностировать рак. Собаки не любят гулять в дождь, потому что боятся промокнуть или не любят холодные капли. Ой, не потому что они боятся промокнуть или не любят холодные капли, а дело в том, что шум дождя очень громкий для собак и может испортить их острый слух. Собаки судят об объектах сначала по их движениям, потом по яркости, а потом уже по их форме. Сибирские харски являются наиболее выносливыми воспитанниками, но не быстрыми. Всего за день они могут пройти до 160 километров. И эти же хаски развивают скорость максимальную, всего лишь 17 км в час. Существуют случаи повешения и публичной казни собак за колдовство. В Древнем Китае кеновые считались уважаемыми людьми. Но сейчас это уже не действует, ведь можно всегда обратиться к интернету и все узнать. Контролируйте питание своей собаки. Не позволяйте ей есть горсти изюма или плитки шоколада. Это плохо будет влиять на ее организм. Конец. Ну, вообще, столько удивительного. Так, ребята, что удивило вас? Меня удивило то, что раньше делали в Древнем Египте даже мумии собак. Еще удивило то, что собак даже наказывали. А еще когда раскапывали гробницы, некоторые находили, в общем, нашли в Египте более 600 миллионов мумий собак. Я хотела спросить, что значит, что собаки колдовали? Я в подробности, к сожалению, не смотрел, мне самому было интересно. Я поискал, но подробностей не нашел. А меня еще удивило то, что они... им не нравится шум дождя, а не капли и то, что они могут промокнуть. Ну да, они почему-то, видимо, что для них дождь тем громкий, видимо, и поэтому у них может... Потому что у них слух как бы очень хороший, они могут хорошо слышать даже шорох любой, и поэтому шум дождя, который мы слышим достаточно громко, для них очень громкий. Так, еще. Вот,
Ну, как... Леня, ты даешь, конечно, столько много фактов. Потрясающе. Потрясающе. Конечно. А меня удивило то, что собак наказывали за колдовство. Мне еще что мы с ними делали, это уже стали. Ну, они даже колдовать не умеют. Зачем их наказывать? Коты тоже не умели, но так как они были более-менее связаны с ведьмами, у каждой ведьмы, ну почти у каждой третьей, четвертой ведьмы была черная кошка своя. Поэтому котов также казнили. В некоторых случаях могло также быть, что у ведьмы была собака, и казнили, так как верили, что собака как-то связана с волшебством. По-моему, это какое-то живодерство было. Ну, это же средневековье. Да, меня вот удивило, что собаки могут очень рано диагностировать болезни. Заметили, ребята, это, да? Вот. Подтверждаю. Да, это очень странно. Да, вот это, конечно, было очень удивительно. Ну, вот а вот знаю. Наверняка про то, что собаки колдуют, это, наверное, случались какие-то совпадения, и хозяева думали, что это собаки наколдовали что-то. Наверное. Ну, мы же с вами уже говорили о том, что там собака там, спасла человека там, от того, спасла от чего, да? Да. Я просто раз... Возможно, собака вот так вот спасла и подумали, что она каким-то колдовством узнала про беду. Ну да, да. Супер чувство, это шестого чувства это все было. Я думаю, что то, что собакам приписывают колдовство, это говорит о том, что люди, ну, глупы. Вот. Ну да. Ну хорошо, спасибо, Леонид, спасибо. Иногда люди еще вину на животных сваливают. Например, в том, что закончилась рыба, обязательно виноваты дельфины. А у меня, я такой стишок знаю, в нем есть такие слова про Америку. Здесь не верят в черных кошек, но очень скверная примета, если скунс тебе дорогу перешел. Леонид, это про что, как думаешь? Это, наверное, переделали американцы, наверное, переделали, что черная кошка перебежала дорогу на скунса. Да. Чтобы не верить в черную кошку, а верить в скунса. Да, вот у них то, что у нас некоторые думают, что если черная кошка перебежала дорогу, это плохая примета, то у них аналогично, только со скунсом, да? Да, а, кстати, как вы думаете? Ну, черная кошка, это же, ну, у ведьмы же была черная кошка. Ну, вот нам Леонид рассказывал, где, в Китае? Черная кошка – это признак того, что в доме будет богатство, да? Сейчас гляну быстренько в фактах. Или в Японии, я не помню. В Японии, это я рассказывала про этих вот кошек. А, да, вот в Японии. Ну, у меня сейчас найду быстро в котах. У меня там было кое-что про перебегавшие к дороге. Сейчас найду. Вот, поэтому, конечно, люди много чего всякого навыдумывают. Не проверяют это, а верят просто так. Вот, нашел. В то время как в большинстве стран черная кошка считается символом несчастья, в Великобритании и Австралии они наоборот рассматриваются как животные, приносящие удачу. Во-во-во, о, точно. И в Японии то же самое. Да. А, ну да, манекен есть такое. Ну это вот такая кошка, у которой вот так вот делается, и... Японцы думают, если ее поставить, например... Манекенеку. Да, манекенеку. Да, манекенеку делала доклад. Например, если поставить это манекенеку около, ну, своего магазина, ну или внутри магазина, то японцы думают, что это манекенеку может приносить много денег и удачи. Ну да, ну да. И завлекать посетителей. Да, это вот я как раз докладывала. Да, я еще думала, я не думала, что
Это... Ну, хорошо. Так, я тогда сделаю паузу, и мы сейчас будем записывать. Я еще хотела просто спросить, а как вы думаете, если черная кошка перебежала один раз дорогу, развернулась и перебежала обратно, она что, отменила решение или наказание удвоила? Она увидела собаку. Нет, наверняка ей просто дорога не понравилась. Слишком грязная дорога, и не хочу ее перебегать. Или она поняла, что человек хороший. Или отменила плохую примету, отменила, да? Или наоборот, увидела, что человек слишком плохой, добавила еще раз. Ну да. Не, если человек слишком плохой, она будет туда-сюда бегать дорогу. Она забыла что-то и решила вернуться домой. Да. Может, если черная кошка перебежала плохая, примет. Вот бежала кошка через дорогу к своей подруге. А потом вспомнила, что подруга попросила принести мышку. Вернулась за мышкой. Ну да. Ага. Хорошая идея. Так, ребят, я просто имею в виду вот что. Что если родился ребенок, то это не его праздник. А праздник мамы и папы, как ты думаете, дети? Алло. Все молчат. Или вы считаете, что это ваш праздник? Похоже, не согласны. Все так молчат. А кого вы спрашиваете? Кого? Я всех вас спрашиваю одновременно. Моя мысль такая. Когда рождается маленький ребенок, он про то, что он родился, ничего еще не знает. А праздник у мамы и у папы. Правильно я понимаю? Ну да, наверное. Да, наверное. Но потом, когда ты становишься большим, то ты считаешь, что это твой праздник, потому что ты знаешь уже, что ты родился. Да, но ты начинаешь соображать немножко головой, правда? Ну да. И, соответственно, за то, что тебя мама родила и растила вместе с папой, да? Ты должен... В этот день должен дарить маме подарок. А ты даришь, Денис, своей маме подарок в свой день рождения? Ну, а в день рождения мамы, что ли, не дарить? Конечно, нет. Дарить нужно ее маме. А если ее нет живых? Ну, тогда просто ее вспоминать и делать небольшой праздник. Да. Понимаешь, да? Да. Ну, логично, правда? Да, логично. Вот, поэтому взрослые очень ошибочно делают, празднуя день рождения ребенка и устраивая ему всевозможные фейерверки, праздники, развлечения и так далее. Ну, это... тогда это наш общий праздник будет. О, я согласен. О, но главный человек там мама. Вот мне такая идея. И тот, кто родился. О, нет, тот нет. Вот когда он родит, вот тогда у него будет праздник. Ну да. А как же детский день рождения с друзьями? То кого поздравлять надо? Очень просто. Когда твой день рождения, приглашаем маминых друзей и празднуем. А на мамин день рождения бабушкиных друзей? Да. На день рождения бабушки. А на день рождения бабушки прабабушкиных друзей. Правильно. Ну ладно, давайте прощаться, ладно? Ну и так далее, и так далее. И так далее. А вы меня сделали, что я буду рассказывать про зебру? Нет, а ты кто? Это Сара. Так, подожди, а как я разве не записал? Сара. Подожди, я ничего не вижу здесь сейчас. Подождите, а я ничего не поняла. Вы записываете, что на следующий урок? Да. Ну. Сарочка, я записываю. Зебра. Да, про зебру. Да, записал. Спасибо, что ты сказала. У меня есть
вопрос. Так. Давай. А мы будем уже рассказы делать на следующем уроке или на этом? На следующем. На следующем. Сейчас мы записываем. Конечно, на следующем. Я гляну вот этот Вселенную 25. Вообще непонятно. Ну, не знаю, у меня вроде мы еще жили-жили, а потом начали драться, перестали как бы сводиться, рождаемость упала к нулю, начали молоть, умирать. Так, подожди секундочку. Маленькую секундочку, подожди. Я хочу, чтобы это было записано. Так, а тут у нас запись включена. Значит, ты посмотрел Вселенную 25 немножко, да? Да, я уже все просмотрел. Да, и там, значит, в чем там суть эксперимента, можешь нам сказать? Суть эксперимента, чтобы проверить... Денис, насколько... а ты можешь включить видео? Так мне интересно. Как по... Его целью было понять, как плотность популяции влияет на поведение грызунов. Ну да, и что он сделал для этого, чтобы узнать? Для этого он создал мышиный рай, так сказать, где было все для строительства гнезд, много еды, много воды. И по селитру 4 пары мышей, которые начали плодиться. Пожалуйста, включи видео, так скучно тебя слушать. И в итоге они настолько сильно расплодились, что уже как бы начало не хватать еды. Нет, еды у них всегда хватало. Под конец перестало хватать. Не перестало. Дело не в этом. Дело в том, что эксперимент, его суть в том, чтобы было... Пожалуйста, не дергай видео, ладно? Вот, значит, эксперимент, его суть в том, что когда все есть, то они не хотят рожать детей. Почему? Согласен? Ну да. Вот. Поэтому, ребята, борьба за всеобщее счастье – это неправильное направление. Спасибо. Если у всех все будет, то это будет очень конец человечества. При обилии пищи процветал каннибализм. А вымирающие мыши стали практиковать гомосексуализм. Во, вот это сейчас. И в итоге начали вымирать. Да, и это от того, что у них все было. И вода, и еда, и жилье, все было. А почему? Из-за этого умирают? Рождаемость свелась к нулю, а вот смертность начала подниматься стремительно. И смертность молодняка увеличилась к 100%. И весь молодняк как бы вымер. Да, и потом вообще их не стало. Ну вот. Да, умер последний житель. Я думаю, что у человечества не скоро будет такая. Да, и вот этот человек проработал это 25 раз, и все время был один и тот же итог. Да, то есть 25 раз, меняя всякие условия, а итог был все время один и тот же, да? Да. Ну ладно. Повторю. Ребята, давайте прощаться, уже наше время. Повторю. Так, давайте всем скажем до свидания. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. Ребятки, следующий урок отменен. Рисования не будет. Извините, пожалуйста, отменили.